приглашаю на сцену Евгения Касьяна. Рвется душа напополам. Встречаем! Сегодня такие откровения, очень откровенные песни, как и всегда. Потому что люди, которые пишут песни, они ведь их пишут не просто так вот сел, подумал и написал. Какие-то переживания, какие-то события в жизни происходят. И человек отвечает на эти события своей песней. Итак, своей песней ответит нам Евгений Касьян. Рвется душа напополам. Здравствуйте. Я хотел посвятить горнякам такую песню. Послушайте, что с этого получилось. Опускается клеть, мы уходим с собой. Благородная честь жизни под землей. Мы не знаем наград, ждут победы не нас. Чтоб вернуться домой, помолитесь за нас. Свечи горят за ушедших навечно ребят. Тонны земли над могилой лежат. Не угасая звучит крик оставшихся там. Рвется душа напополам. Жены не спят, матери ждут сыновей. И каждый раз расслабляют их у дверей. Ведь нелегко добывать уголек у земли. Нет тяжелее работы, чем вон горняки. Свечи горят за ушедших навечно ребят. Тонны земли над могилой лежат. Не умолкая звучит крик оставшихся там. Рвется душа напополам. Рвется душа напополам.